Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Диабло, продолжаем играть. Только посмотрите. Кто бы мог подумать, буря скрывала такое место. Быть может, когда-то это была святыня Киджистана. О ней никто и не вспоминал, пока ее не нашел Элиас. Там должно быть сокровище. Мисс Хив. Стой на месте. Ни с кем не говори. Здесь очень опасно. Годы сделали тебя трусливым, дружище. Не бойся, я ничего не выкину. Так, ну мы вчера сюда днем пришли, ну ладно. Элиас избрал их в свой круг посвященных? Тот влог. Стараниями господина Элиаса в санктуарий пришла Лилит. Он же и подчинит малое воплощение зла нашей воли. Только признать. Эй, ты! Подожди! Я вас раньше не видел. Мы только что прошли через бурю. Хвала матери. А, новые ученики. Вы правильно решили прийти сейчас. Лилит недавно удостоила нас визитом. Она была тут? Да, мы были счастливы. Но не бойтесь, господин Элиас может дать вам взглянуть на нее сквозь незримое око. Если заслужите, входите и предстаньте перед ним. Сейчас око будете. Сейчас мы око ему порвем. Найдите Элиса на некуда. Террасе. Незримое око у Элиаса. Это древнее волшебство. Благодаря ему взор Элиаса не ограничивает ни пространство, ни даже время. У нас пополнение. Выше головы, воины Лилит. Да не убои. Мать. Благослови меня. Дай мне силу. Прикинь, они тут. И я сделаю все, что ты фанатики, хочешь. Фанатики, блин, мне придется с ними потом со всеми биться. Ступайте и предстаньте перед судом господина Элиаса. Не показывайте ни страха, ни колебаний. Не волнуйся, не покажем. Открывай. Вечная Матерь, я буду служить верно. Дева ступит в наш мир. Элиас. Я ждал тебя, Лорат. Подсматриваешь за нами через незримое око, да? Ты думаешь, я бы стал тратить на вас такую мощную магию? С нашей последней встречи ты ничуть не поумнел. Я избавлю тебя от мучений, старик. Надо было сидеть в своей лачуге и вздыхать о прошлом. Все кончено. Надо найти незримое око, пока еще есть время. Не оставлять же его этим фанатикам. Подожди. Я что-то вижу. Кровавые лепестки. Ну да, лепестки Лилит. Мефисто, дьявол, Баал. Ну
Санктуарию не миновать краха. А ты не веришь? Абсолютная вера для глупцов и фанатиков. У нас одна надежда, что ты нас спасешь. Я хочу не спасти, а дать силу. Приняв ее, сильные бросят вызов мощи преисподней, а слабых предоставим их судьбе. Андриэль жива, Харадримы умрут. Любой ценой. Любой ценой. Нехило. У меня было еще видение. Лилит думает, что воплощение зла уничтожат санктуарий и дает людям оружие против них. Поэтому они с Элиасом собирают последователей, хотят создать целую армию. Да, Лорат. Владыки преисподней — наши смертные враги. И мы им так просто не сдадимся. Элиас, как ты выжил? Тебе не понять, что я сделал для нашего мира. Нужно подождать. Нихера себе. Столько лет. А сил у тебя не прибавилось? Ярость иссякла. Да он заколебал, блин, вызывать, алё. Я еще не готов. Нужно подождать. Этот ублюдок никак не сдохнет. Нельзя и дальше биться головой об стену. Он нас так измором возьмет. Нужно бежать, но не без незримого ока. Если сможем его забрать, лишим его хотя бы части силы. Первый, он вышел отсюда. Значит, мы сюда и пойдем. В горах мы с матерью наткнулись на деревушку. Люди там мерзли и голодали, и молились свету, который не грел никого. Но рядом с ней в их сердцах вспыхнуло пламя. Теперь они никогда не ощутят ни голода, ни холода. Блин, а он довольно-таки сильный чувак, вот реально. С ним не так просто биться.
Я еще не готов. У меня мало ярости. Блин, я смотрю, там какое-то чудище, что-то такое, или как оно там, ну как они называют? Я, хочется сказать, чудище поганое. А, ну а скрежущееся поганище. Так, подхилимся, тут сейчас что-то будет у нас. А в тебе я вижу кровь Лилит. Она одарила тебя своим благословением. Открой ей сердце. Прими свою суть. Никогда. Рано или поздно ты сдашься, старик. Как всегда. Думаешь, в следующий раз что-то поменяется? Нужно подождать. Надо вот этого херобора убивать. Творится некромантия. Но откуда у него такая сила? Блин, ну уже третий раз мы с ним подрались. Сколько можно еще с ним драться? Я еще не готов. Мне не хватает ярости. Ищешь около рад. Заколебал. Слишком поздно. Лилит не остановить. Для этого понадобится я мало ярости. Блин, кто там его подпитывает? Ярость.
мало ярости. Нужно больше времени. Нужно подождать. Поговорить с Ларатом. Вот оно. Незримое око. Месхив поможет нам унести артефакт подальше, но надо успеть до возвращения Элиаса. Вон тот проход, наш шанс спастись. Погнали тогда. Блин, капец, 4 раза. Надави сюда. Надо остановить кровь. Похоже, я старею и теряю хватку, да, Декарт? Кто тебя так? Месхив. Нет. Вот и ты. Ну, убил того чародея. Молчи. Буря стихла. Мы вытащим тебя отсюда. Обидно. Я своего уложил. Опоздал самую малость. Напал со спины. Зараза. Проткнули, как шипастую крысу. Такие дела, Декарт. Ага. Такие дела. Блин, умер. Жалко. Ну, братан, спасибо тебе за помощь, конечно, без тебя мы бы не справились. Они скоро придут. Я возьму незримое око. Надо изучить его где поспокойнее. Использовать против них. Встретимся у часовни в пустыне. Ступай. Кстати, с Ларатом в покинутой часовне. Блин, слушай, ну прикольно. А кто-то тут мне прямо понравился, реально, да. У меня новости об Элиасе. Он мертв? И не раз. Проблема в том, что он никак не умрет. Он сильнее, чем я думала. Я его недооценивала. Я тоже. По крайней мере, мы забрали у него кое-что важное. Незримое око. Кажется, он использовал его, чтобы общаться с Лилит на расстоянии. Мощный артефакт. И опасный. Возможно, оно нам пригодится. Дай мне время изучить его. Единое зло восстанавливало силы. Преисподняя становилась все ближе.
Но Элиас не стал ответом на мольбы людей. Вынося о ком-то суждение, мы смотрим не на слова, а на действия. Все просто. Элиас разглагольствовал о спасении мира, стоя на горе мертвых тел. Затем появился странник, полная противоположность Элиасу. Его окропила кровь Лилит, но он не поддался скверне. Это подтвердилось на деле. Тогда-то я и поверил, что вместе мы сможем противостоять злу. Быть в его секте, наверное, это ужасно. Так же, как и везде, на изнанке санктуария. Так, а что, мы завершили третий акт? Поговорить с Таисой. А как награды за испытания это забирать? Но это же не здесь. Короче. И как, Таиса? Уже лучше? Чаще всего я могу отгородиться от шепота Андерель. Но не всегда. Лучше уж шепот, чем она снова явится в мир. Андерель — часть плана Лилит и Элиаса. Но какая? Что нам известно? Лилит заключила сделку со Старотом. Демон, служивший ее отцу. Интересный выбор союзника. И у нее есть ключ от преисподней. Где ее считают предательницей, зачем ей туда возвращаться? И она уже там. Нам нужны ответы. Элиас связывался с Лилит через незримое око. Может, оно нам поможет? Принеси его сюда, хорошо? Так, ладно, сейчас, погоди-ка. Так, ладно, пойдем. Артефакт возьмем. Это опасно, но выбора нет. Когда будешь готов, представь себе Лилит и загляни в око. Блин, сейчас что-то страшное будет. Сущность моего отца возрождается. Откуда ты знаешь? Чувствую, будто тысяча старых ран отверзлась вновь. Он еще слаб, уязвим. Я ударю, пока не поздно. Отбери его силу. Другие лорды. Она спалила. Что с тобой? Она видела меня. Она знает, что мы ее ищем. И придет за нами, это лишь вопрос времени. Нет, не обязательно. О чем ты? Мефисто возрождается, и Лилит хочет забрать его силу, пока он уязвим. Так вот, к чему ты готовишься. Давай, старик. Думай. Думай! Получив силу Мефисто, она станет одной из великих. Тогда она сможет покорить преисподнюю и санктуарий. Я придумал, что нам делать.
Но для этого нужна помощь одного старого друга. Доставь послание Донову. Он ищет наставлений в Киавашаде. Так, встретитесь с Донаном у собора света. Это нам в Киавашад. Ну да, это нам в Киавашад. Приветствую. Так, ну давай инвентарь еще тогда сразу глянем. Что тут у нас есть? Ну это тут точно все мимо. Блин, 139. Все равно мимо. Не то, что мне надо. А, где кузнец? Пойдем. Нифига тут некромант. Ну, это даже девочка, да? Шестой уровень. Что на этот раз? Так, а меня, ну, меня убивали. Это стоит своих денег. Да я согласен, у меня уже почти что лям. Так, сделать можем что-нибудь? Нифига не можем, да? Много кто играет за некроманта, кстати. После всего, что было. Вот так вот. У меня есть для тебя письмо, Донан. Надеюсь, хоть что-то хорошее. Это от Ларата. А, чудесно. Ларат. Лилит. Преисподняя. Камень души. Что? Он, ты серьезно? Что там такое? Он тебе не говорил? Нет, конечно нет. Для этого требуется хотя бы элементарная чуткость. Это наш шифр. Он обрисовал свой план. Если это можно так назвать. Он хочет заточить Лилит в мой камень душ, который удерживал Астарота. Это может сработать? Конечно, нет. Камень сначала надо настроить. Это может сделать только владеющий знанием. Ларат считает, что эксперт — это ты. Значит, его идея еще глупее, чем я думал. Сходишь в хранилище Харадримов. Я раздобуду, что ему нужно. Отнесешь, и, возможно, он оставит меня в покое. Подожди. Ларат что, не дал тебя лошадь в дорогу? Хотя о чем это я? Конечно же, не дал.
Мы с местным смотрителем стоил старые друзья. Скажи, что тебя послал я, и он даст тебе коня. Да, он мне не нужен. Так, конь мне не нужен. А вот здесь у нас закрыта, блин, территория. Ну это опять, смотри, это задача. Блин, пойдем поговорим. Чуть-чуть до 50-го, да? Так, у меня где-то тут ящики. Я бы половину инвентаря опять бы скинул. Камни там и все такое. Так. Пусть это у меня будет здесь, в тайнике. Я друг Донана. Он сказал, что у тебя найдется для меня лошадь. Донан? Он добрый человек. Истинный сподвижник веры. Не то, что старый брюзга, с которым ты тут бродил. Как там его звали? Ларфам? Марат? Хотя какая разница. Донану в прошлом пришлось несладко. Я рад, что хоть как-то могу ему помочь. Возьми одного из моих скакунов. Платить не надо. Так, виды транспорта можно покупать у смотрителя стоил или находить в санктуаре. Приобретенный вид транспорта откроется для всех персонажей на вашей учетной записи. Получив транспорт, вы можете призвать его клавишей Z. Продвигаясь верхом, нажмите пробел, чтобы резко ускориться и прорваться сквозь строй врагов. В окружении монстров ваше ездовое животное может испугаться. Если шкала заполнится, оно вас сбросит. Вы можете выбрать транспорт и снаряжение к нему. Смотрителя стоя. Подожди, так, а что там у нас? Пробел резко ускорится, Z вызвать. Ну, блин, я не хочу. Ого. Ну, давай попробуем, короче, но, блин, кто меня смотрит, давно тут знает. Не любитель я всего этого. Здесь это не получится. Так, здесь еще пока нельзя ускоряться. Так, подожди, а тут что-то пробело 2. Офигеть, братан, ты чё? Ярость иссякла. Не, ну блин, проскакивать вот так локации.
Есть еще что-то? Просто слезть, да? Нужно подождать. Я не хочу проскакивать локации, серьезно. Я этого не люблю. Ярость иссякла. Люблю, потому что, блин, пропустишь все самое интересное. Так, а как мне сюда попасть. Вальчик есть у нас. Мы пока туда не пойдем. Блин, это надо сейчас вот так вот вокруг идти. Ты-то откуда взялся? Фарминг, золотишко немного. Узри истины, скрытые внутри. А как мне это сделать? Могу я что-нибудь сказать? Да. Не да. Так, ну ладно. Ярость
хоть там, туда-то хотя бы. Туда. Чего? Блин, с навигатором понты. Здесь лежит Венарт. Она не прекращала поиски, теперь она покоится в шаге от знаний. Ну, пойдем с Донаном разговаривать. Удалось найти свои вещи? Пока даже не начал искать. У нас нарушители. Нарушитель? Это просто ребенок. И кто ее сюда привел? Ты? Скорее, это она привела меня. Откройте дверь в кабинет. Подожди, давай осмотримся для начала. Собрание текстов о местной истории, древних королевствах и забытых формах веры. Так, нифига интересного, да? Осторожнее с посохом. Это не игрушка. Кто он? Он жил в этом хранилище, куда ты вломилась без спроса. Объяснись. Я ученица и пришла изучать Харадримов. Ну или то, что от вас осталось. Ах, ученица. Ну и кто же твой учитель? А? Только не говори мне, что это Лорат. Мне не нужен учитель. Лилит? Лилит угрожает санктуарию. Я должна подготовиться. Сама, если придется. Ты? Против Лилит? Что ж, я пришел за вещами. Надеюсь, ты ничего не испортила. Это же ее там мамаша, блин, с ума сошла, с Лилит пошла, короче, в самом начале. Когда-то я был как она. Мечтал, фантазировал. Да я это открою. Учакит Чиспитхилм. Неплохо. Камень нужно настроить на Лилит, прежде чем к ней выдвинется Лорат. Иначе он не сможет как следует ее сдерживать. Прежде чем уйти, я собрал кое-какие записи о процессе. Подождите, он говорит, веди его к рабочему столу. Откуда же я могу знать-то, где этот рабочий стол? Это он должен меня вести. Защитить там все дела. У меня мало ярости. Первым делом надо отдать Лорату мои записи. Камни душ опасны. Даже в самых опытных руках. Будь начеку. Тут мы призвали духа. Он взял и взбесился. Лорат уверял, что изгнал его насовсем, но... Но
Нафига мы в эту комнату зашли? Проклятые пауки в любую хитрость. Царство ненависти. Ненависть. Это и есть сущность, которая потребуется Лорату. У меня тут где-то была карта. А, вот она. На ней места, где сохранилась ненависть Мефисто. Осталось еще кое-что. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Открывай. Ну, подожди, ты же должен открыть. Нужно больше ярости. Что это на столе? Твой хорогимический амулет? Да. Наверняка Лорат еще носит свой. Служение Ордену было делом его жизни. Я не был готов пожертвовать собой, как он. Я хотел жить. Хотел семью, друзей, почет. И ради чего? Видите же, к чему это привело. Мой сын. Я не могу. Все равно ведь ничего не выйдет. Донан. Вы не понимаете. То, из чего сделаны камни души, они древние, как само вечное противостояние. Когда имеешь дело с первозданной магией, нужна вера. Нужна сила духа. А у меня их не осталось. Недостаток веры восполнят союзники. И кто же? Вы? Да, ты единственный, кто способен нам помочь. Боюсь, это правда. Я не могу ничего обещать. Я серьезно. Но я могу попытаться. Ради вас двоих. Могу. Посмотрим, что скажет старик. Так, вернитесь в кабинет. Здравствуй, Мирейла. Чем занималась?
Это настоящая сокровищница. Только посмотри на этот шедевр за завесой южных джунглей от Калы. Ты знакома с трудами Калы? Она прекрасна. Мой любимый автор. Мой тоже. Ты читал ее монографии? Неважно. Расскажешь по дороге. По дороге? Я хочу тебе помочь. Я знаю традиции Харадримов, вашу магию. Даже могу читать ваши шифры. И не говори мне, что это слишком опасно. Лилит забрала мою мать. Я готова на все, чтобы ее остановить. Хорошая речь. Может, она убедит того, от кого это зависит. Пошли. Я как раз иду к нему. Но ты же Харадрим. Разве это не ваше хранилище? Когда-то это было так. А сейчас время покажет, полагаю. Так, встретись с союзниками в покинутой часовне. Так, ну нам, по идее, в Тарасак надо. Закончим мы серию. И встречаться с союзниками уже будем в следующий раз. Блин, не дошли мы до 50-го. Ну, блин, еще долго. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.